Доброе утро, мои дорогие. Я на улице 31 августа. Не 31 мая, нет. А 31 августа. Улица 31 августа. Будний день, среда, 5 июня. Стою здесь на перекрестке. Хотела показать вам. Смотрите, здесь ничего так не движется вообще. Ни в какую сторону. В лучшую сторону, но нету продвижения. Нету вообще ни... Хоть какую-то другую картинку уже в конце концов увидеть, но нет. Нет, и все, и нет. Еще раз покажу. Видео только отсняла. К чему это все? Непонятно. Так, иду я пока. Собаки так лаяли здесь, собаки. Вижу, одна бежит с ошейником. А хозяин... А, вон хозяин, мужчина побежал. Это они, наверное, проходили, а там, наверное, стая собак. Такой вой подняла. Посмотрите, ну, поставили столбики, да? Ну, вот, все, что они поставили. Это что? Это все, что... Столбики поставили, чтобы не заезжали. Но все равно машины заезжают с той стороны. Чего сигналить и пугать, непонятно. Камень привезли, насыпали, да? Засыпали. Ну и все, и на этом все. Все ремонтные работы завершились. Ничего не движется абсолютно. Главное, что светофор работает. Все без изменений. И этот год тоже, наверное. Прошлое лето. Все без изменений. И это лето тоже, наверное, будет все без изменений. Ничего не меняется, ничего не изменится. Ну, вот так, как-то так. Пройдусь еще раз, покажу вам. Главное, с этой стороны столбики поставили. Ну, тогда надо было уже и с той стороны поставить. Там что, выставка какая-то или что там? Надо будет подойти посмотреть. Ни разу тоже здесь не было. Очень много машин, да? Ну а где машинам парковаться? Если люди здесь работают, наверное, ж правильно. Ой, ну так интересно тоже там внутри. Что там такое? Кто был? Надо будет узнать, если можно зайти. Как красиво там, да? Надо будет узнать информацию. Если можно поснимать, тогда обязательно зайду. Улица 31 августа. Смотрите, что тут. Ужас. Ужас. Там яма какая-то. Колодец, наверное. Вот это белое дерево цветет. Я думала, это акация. Нет, это не акация. Это дерево, тоже цветочки так пахнут. Ой, ласточки летают, как их много, как будто даже и прояснилось. Вроде бы тучи-тучи затянулось на дождь, нет, прояснилось. И ласточки летают. Театр Ликурич. Тоже я показывала ранние видео, наверное, за прошлый год. Ну вот он, улица 31 августа.
Все, всем хорошего дня, хорошего настроения, отличной трудовой недели нам все. Мне побольше просмотров. Да. Буду очень благодарна. Все, всем пока-пока. Огромное спасибо всем, кто смотрит видео до конца. Все, пока-пока, мои дорогие, пока.